Приветствую подписчики, а также гости этого канала. Мы продолжаем проходить случайные сценарии в игре Train Simulator. И сегодня мы проедем по маршруту Seattle Carlisle или Carlisle на таком вот чудном британском локомотиве класс 31. Вот, собственно, и брифинг текущего сценария. Добрый вечер. Сегодня вы проведете грузовой поезд между Аплейби и Риблхедом. Так, Карлисл станция на данный момент очень занята, поэтому мы отправимся где-то в районе 20:05 вечера. За это время мы должны подготовить локомотив. Понятно. Эть, подготовили локомотив. Так, ну белый нам открыт, но белый это ни о чем. Потому как наш светофор, вон он, видно, вон на балке висит красный. Почему красный? Почему именно этот? Потому что мы в Британии. Наши светофоры будут слева. То есть вот этот вот белый нам горит, и вон красный далее. Ну, подъедем давайте, наверное, или будем ждать. Нет, лучше, наверное, подождать. Постоим чуток. Thousand years later. You now have permission. Так, вы получили разрешение на отправление, но придется постоять перед следующим сигналом и пропустить пассажирский, идущий по расписанию с Ньюкасла, который сюда прибывает, на Карлисл, соответственно. Что за странный юмор, непонятно. Это что, мне разрешили отправиться за этот светофор, за белый? Капец, там движение плотное, ёлки-палки. Ну, поехали. Приятно гудит. Паровозы? Гляньте, ничего себе. Блин, сейчас вот эта фигня перекроет. Поперли. Ретро поезд какой-то. По кайфу. Так, вот, собственно, и есть next signal, где мы должны ожидать, пока не пройдет пассажирский. Ну и постоим. Так, ну что, ребят, минута готовности, так сказать. 20:05 мы должны отъехать, если пассажирский рейс пройдет без опозданий. Да нет, не отъедем. А вон он едет.
Думаю, после него мы должны отправиться. Ну что, отправляемся, поехали. Ну вот, собственно, и все. Выбрались на магистраль.
Погнали наших городских, как говорится. Как-то ожидания были повыше, конечно. Я вижу, что подъем небольшой. Но что-то не хочет ехать. Так, работники, аккуратно.
Я, конечно, понимаю, что игра устарела уже. И графика здесь далеко не современная. Но как же, блин, кайфово все выглядит. Ведь вот это выглядит не кайфово. Но проезжать сквозь остановочки — это кайфово. Такие уютные перрончики стоят. Люди там что-то ходят, домики красивенькие. Ну и довольно шустро едем, 60 миль в час. Кайф же.
осталась 1 миля до места первой остановки. Маршрут очень нравится. Реально вечер. Симпатично смотрится. Британская такая деревушечка. Типичная. Ну, сельская местность, вернее сказать. О, машины, цивилизация. Очень круто, мне очень нравится. Надеюсь, вам тоже. Семафоры, кстати, местами попадаются. Вот, например, один из них. Так, ну и вот впереди станция, куда нам надо подъехать. Вот, а тут даже развитие путевое есть. Вот и все. Ждем, пока там случится выгрузка, чешу, и поедем дальше. Так, надо сдавать назад и отцепить 5 вагонов. Все, в принципе, понятно. Ну, поехали. Так, ну, сдаем назад, получается. Стоим, ждем выгрузки и отцепляем 5 вагонов. Uncouple rear 5. Ага. Ну да, сзади 5 вагонов. Так, раз, два, три, четыре. И 5. Ставим стояночный тормоз. И разъединяем. Так, с помощью таба запросить разрешение на... Блин, я должен был это сделать ради. О! 53 минуты. Так, это чтобы этот... Не знаю, семафор не на нашей стороне, зачем было таб нажимать. Ну да ладно. Поехали.
Сейчас будет легче. Ну все, разгоняемся. Не устану повторять, что Британия мне нравится больше всего. Именно маршруты британские. Красиво здесь, уютненько. В отличие от американских маршрутов, где почти везде перевалы и пустыни, здесь наоборот. Зеленушка, равнины, деревни всякие. Круто. Вот только свет, как обычно, давняя проблема. Буквально тянется с самого Railworks. Хотя говорят, на британских локомотивах и не должно быть яркого света. Мол, у них буферники служат только лишь для сигналивания, а не для освещения. Хотя, как по мне, это весьма сомнительное утверждение. Буферники возможно, но прожектор. Локомотив ведь обладает прожектором, который нифига не светит. Фонарик в зажигалке. И тот светит лучше.
паровоз навстречу. Боже, кнопка бдительности может пугать. Простите, если кого шугануло. Не дотормозил, к сожалению. Боже, из-за платформы кривой сделали ограничение 30. Вот это прикол. Ну, разгоняемся дальше тогда. Блин, добаловался. Экстренное сорвало. Как его теперь включить? Проблема. Нормально. Посреди тоннеля стали. Капец, система Нибель. Даже движок выключается. Если проследовал кнопку. Не нажал кнопку бдительности, выключается двигатель, включается экстренный. Обалдеть можно.
маслочку подсыпем. Ой, ну и темень в этих тоннелях. Так, дорогие друзья, мы приближаемся к финалу. 1,5 мили осталось до места нашей остановки. Что сказать, в 10-й раз скажу, что британский маршрут, этот, по крайней мере, мне очень понравился. Локомотивчик очень понравился. Выглядит так прикольно, по-доброму. Звук забавный. Причем это стандартный локомотив, стандартные звуки, это никакие не моды. Прикольно. Вот. Приятно было прокатиться с ветерком по британским пейзажам, таким сельским, поселковым. А то американские маршруты с их перевалами и медленными скоростями что-то поднадоели. Вот решил разнообразить себе игру и вам показать. Лично мне очень понравилось. Надеюсь, и вам тоже этот ролик не покажется слишком скучным, несмотря на то, что рейс очень длинный выдался. Вот. Но тут прикольно полюбоваться. Бля. У меня красный семафор. Зашибись. Может, ничего и не будет? Ой. Я надеюсь, я нормально остановился. Сейчас узнаем. Вот таким вот макаром я чуть не запорол прохождение всего сценария. Нормально? Просто обалдеть можно. Отвлекся, так сказать, на завершающие слова. И вот, нате, здрасте. Такой подставы я не ожидал. А вон ползет, кстати. Дизель-поезд пассажирский. Отлично. Габарит не нарушен, все в порядке. Сейчас стрелка переведется и поедем. Ну, поехали. Капец, надо быть аккуратней.
Так, ну вот, собственно, и все. Осталось полмили до завершения нашей поездки. Итак, на чем я там остановился, когда проехал экстренное? О, проехал красный семафор. Мне очень понравилось. Надеюсь, и вам также не пришлось скучать, потому как ролик получится длинный. Это я уже вижу, я понимаю. Но я проводил опрос, сказали, таймлапсов нам не надо. Давай скорость X1. Вот будет вам скорость X1. Я, конечно, немножко помонтирую, повырезаю, потому как 2 часа это несерьезно. Гля, как красиво. Вечерний вокзал. Ну как вокзал, станция. Ну красиво. Так что смотрите, наслаждайтесь, кайфаните так же, как я кайфанул от этого маршрута. Кто не подписан, подписывайтесь. Ждите новые серии, приходите на стримы. Вот. Ну а я буду сейчас заканчивать и увидимся в следующей серии. Ну или на стриме. Сейчас остановлюсь. Наверное, прям идеально под фонарем. Ну, может, не идеально, но под фонарем. Обалденно покатались. Ух, прям кайф. Еще хочу Британию. Скорее всего, следующий ролик по Train Simulator выйдет опять-таки по Британии, потому что я просто влюбился в эти пейзажи. Несмотря на то, что графика немножко страшненькая, но мне очень нравится. Так, вы успешно прибыли в Rebel Head Siding номер один. Вы ее баллы слуга. Короче, сейчас у нас разгрузят вагоны. И наш слейтер. Поедем обратно порожняком. Вернее, отправят состав порожняком обратно. Этим же вечером. Hope you enjoyed this trip. Enjoy не то слово. Все, ребят, всем спасибо. Всем пока. Подписывайтесь.